Всем здорова, у нас в лучших реплеях будет боксер ЕВП от игрока под ником Соки. Боксер еще не понерфленный, но с другой стороны, на этой установке единственное, что они сделали, это паузу между дуплетами увеличили. А так дуплеты, в принципе, как и были здесь, так и остались. Но на самом деле не в этом, это не будет какой-то там супер-сверх там нагибучий бой там на 20 тысяч урона. Просто будет бой интересный, тащунский, с интригой, поэтому давайте смотреть. Если у вас есть хорошие реплеи, не забывайте их присылать. Под видео в описании ссылка на ВК и Дискорд. Итак, какие расклады? Бой 11 на 11, внезапно, это такой нестандартный формат. Девятки и десятки, кому-то не повезло на девятках. Не повезло, наверное, больше всего кому. Хотя там драка, хантеры, и у них драка, автоматик и ПЛЗ. Да на самом деле пофигу, эти все машины с десятками играют вполне себе нормально. Подъезжает на А-линию, вот на этот фланг, получается. Скорее всего, хочет высадить, я так понимаю, десант. Какой у него десант? Минометчики? Здесь, хотя и гранатометчики зайдут неплохо. Здесь можно оставлять гранатометов. Если этот фланг союзники бросают, противники начинают давить, то вот эти вот ребята прячутся довольно неплохо. Кстати говоря, стали зря он их выгрузил. Ой, забрал обратно. Хорошо, стали за камень. Они все равно двигаются, если видят цель. Если им надо, они куда надо выбегут. Они ровно, смотрите, становятся туда же. Вон там типа уже по камням побежал. В общем, здесь явно толпа подъехала. Союзников здесь мало, и поэтому можно как раз эту засаду и реализовать. Вопрос, куда он переедет для того, чтобы просто уедет с этого направления, чтобы не выгребать. Или займет какую-то позицию, чтобы как-то аккуратно закидывать. Проезжает пока вниз. Там светились парочка ОБТ. Боксер, по-моему, как раз тоже, да. Да, вот они как раз подъехали. Союзники, ну, здесь МПФ ЛТ это все встречает. А там есть тайп еще с другой стороны. Ну, ладно, кому-то встречать есть, поэтому, в принципе, он подъезжает. Пошел первый дуплет. Непонятно, полетело куда надо или нет. Второй дуплет туда же. Откатывается назад. В это время союзник на тайпе, кстати, к ним в спину заезжает. Поэтому, может быть, сейчас будет такой вариант, когда ворваться. Их большинство, судя по всему, здесь, потому что снизу... А, нет, снизу парочка тоже проехала противников. Да, может быть, сейчас они там, кстати, и будут давить. Там даже артиллерия дымов накидала им. Ух ты, ё-моё. Там стратежная артиллерия с дымами. Опасность. Так, в это время два боксера на балконе воюют с союзником. Здесь... Вот сейчас надо куда-то залетать. А, тут уже союзника на балконе сбрили. Он видел как раз эту всю ситуацию. Развернулся. Это важно, потому что сейчас, скорее всего, эти боксеры будут сюда проезжать. Пока никого не видно, но... Явно один из боксеров сейчас сюда заглянет. Посмотреть. Они есть вариант ворваться. Да, как раз вот он залетает. Сразу же дуплет. Ему почему-то птуров мы не видели, как они летели. Он дал дуплета. Ему прилетело. Опять же, что-то я даже не понял, от того боксера или нет. Что-то даже выстрелов не было. Нормально, нормально. Так разменялись. Но он разменялся получше, конечно. Он дал 2300, ему прилетело на 1300. То ли издалека ему успели закинуть, то ли этот боксер. Сразу на перезарядку. 2.67 получается. До этого был... О, какой блайнд по артиллерию. Это жесткий. Неплохо, неплохо. Так, это как раз... Да, это как раз та артиллерия, которая издалека. Ну, в принципе, одна была. Так, противники здесь развернулись на этом фланге. Забрали союзника. Счет 8-8. Пока непонятно, в чью пользу. На другом фланге ЗТЗ лютует. Там он сейчас, по-моему, 249 на него залетел. Сейчас будет минус 249. Решает вернуться. Да, судя по всему, увидел то, что там проезжает ЗТЗ и решает вернуться. А проблемка в том, что у них катап как бы есть, но что-то, по-моему, он АФК, потому что он стоит на базе все это время. И, ну, в общем-то, это может быть неплохой такой приманкой. Союзники там в каком-то количестве, плюс десант, верхний фланг должны, по идее, удерживать. Поэтому, ну, в общем-то, наверное, правильно. Счет, правда, 6-8. Союзники начинают потихоньку таять. Там и по балкону собираются проехать. Ну, возможно, как бы с одной стороны, может быть, и зря уехал. С другой стороны, здесь вот он заезжает шотный ЗТЗ, которого можно быстренько забрать и вернуться обратно. Тем более он там, да, у него там хпшки осталось мало. Да, союзник на катабе в это время спит. Спит, не буди. Пробует максимально аккуратно не вылетать на ЗТЗ, потому что на самом деле его не так легко будет
забрать, хоть он и шотный. Хотя два дуплета куда-нибудь, по идее, хп у него заберут. А, здесь еще и десант союзный. А ЗТЗ в это время куда-то исчез. О, Катап проснулся. Ну все, теперь он не один здесь. Теперь есть варианты. А в это время, по-моему, сейчас союзникам сверху будет плохо. Там начинает пятнашка давить. Вот он высвечивается с левой стороны ЗТЗ. Нужно быстрее забирать, хотя бы залетать, забирать его, потому что там в это время союзника последнего будут забирать сверху. И счет будет, прям скажем, печальным. Да, счет 2-6. Теперь это все нужно вытаскивать. Быстренько, сейчас аккуратненько. Аккуратненько. Да, вот он КАЗ, другой 253, но со второго все равно забирает его. Счет 2-5. Там остается отбиваться только союзный десант. И что мы имеем? У них шотный Катап. Фуловый 640-й, фуловый, скорее всего, боксер, арматка шотная и драка, вроде бы как шотные. Но счет 2-5, но в целом шансы довольно-таки неплохие. У него есть союзный Катап фуловый. Главное с ним не разъезжаться. То есть вот сейчас, смотрите, вот сейчас это как раз будет тот самый момент, когда вы остаетесь вдвоем. И несмотря на то, что там вбрело в голову вашему союзнику, по-хорошему вам нужно его держаться. Если вы поехали в соло куда-то, а Катап сейчас поедет в другую сторону, то шансов в 2-5 вытащить будет крайне мало, потому что, скорее всего, противники будут кучно держаться. Если вы будете держаться тоже кучно, то шансов намного больше вытащить. И такая ситуация, я думаю, у вас тоже в боях периодически случается. И вот он прилетает как раз фуловый, 640-й, самый быстрый, самый фуловый и самое быстрое всего сейчас будет, по-моему, выгребать. Да, залетает на 1200, Катап тоже не промахивается, и как был как бы 640-й фуловый, и нету 640-го фулового. Вдалеке высвечивается драка, пока ждет перезарядки птуров. В общем-то, можно было через дымы сыграть и, например, фугасами его с автопушки допинать, но ждет туры. А вот они все, да, вот они. А вот и драка выцеливает пока Катаба. Держи дуплета. Ох, как он уворачивается неудачно. Там издалека летит от боксера. Прячется вниз, все правильно. Подставляться нельзя, хпшки нету. Хотя есть еще, конечно, Офелия. Ну и Катаб молодец, смотрите, не подставляется. Он вообще не потерял хп. А вот и арматка подъехала. Тоже, в принципе, без хп. Можно аккуратно из-за кустов. Ну, тут бы сейчас 40-го просто куда-нибудь в силуэт покидать, чтобы его добить уже, потому что слишком много шотных противников. Забрали драка, кстати. Остается вот они двое. И сейчас, скорее всего, откуда-то еще будет подъезжать Катап. Там еще и боксер давненько не светился. Ай, как нехорошо, не летит первый дуплет. Прячется тоже, играет аккуратно. Да, боксер собирается объезжать вместе с Катабом. И вот тут начинаются проблемы. Нужно ехать встречать. Тут уже придется бросить союзника. Там десант неплохо помогает, судя по всему, там боксер хп от кого-то теряет. Катап, по-моему, с Офелией был, да? Если он с Офелией, то, конечно, будет неприятно. А вот и Катап, да, Катап с Офелией, дуплет просто снять хп, откатывается назад. Все, теперь просто подождать, пока щит там закончится. В это время Катап разбирает 640-го, красиво. И остается добить Катаба. Да, вот он как раз шотный. Можно залетать фугасами, его аккуратно добирать. В это время у Катаба заканчивается хп. Его убивает, но он в это время сам забирает Катаба. Остается 1 в 2. Арматка и боксер. Самая большая проблема разобраться с боксером. У арматки-то там, в принципе, ни альфы, ни хп нету. А вот боксер дуплетом забирает. А где они? А нету их. Они потерялись. Сзади высвечивается арматка. Дает кумулем на 934. Как неудачно. Не останавливаясь, сразу проезжает дальше. Скорее всего, арматка сейчас будет в погоню за ним. Хотя, может, и развернулась, будет сейчас с другой стороны. Еще непонятно, где боксер. Вот это проблемка. Здесь будет арматка. Да, кто-то стал на захват, но, скорее всего... Да, двое, по-моему, да? Судя по таймеру, они оба там. Один съехал. Оба съехали. Скорее всего, все поехали к нему в спину. Ну, можно попробовать сейчас как раз к ним... залететь на нежданчики в спину. Главное это сделать аккуратно. Да, судя по всему, они поехали за ним, и начинаются карусели. Боксер, арматка. Остается 520 хп, но есть Офелия. Это немаловажно. Поднимается туда, где только что был, и никого. Но противники явно проехали. А вот он и боксер. Давай, дуплет, 1400 остается крохи. Второй дуплет с правой стороны высвечивается, армата.
что будет сверху добивать или нет. Не решился сверху добивать. В принципе, можно было еще дуплет кинуть арматки, чтобы снять хп. Разворачивается, едет в другую сторону. Ну что, два шутника. Два шутника и еще 5 минут боя. Времени полно. Скорее всего, вот сейчас, конечно, он может нарваться на боксера. Здесь нужно будет разыграть очень все быстро. И вот он как раз вылетает на боксера, уходит в сторону, уворачивается от дуплета и забирает сам. Красиво. Ну что, остается армата. У арматки прочности мало. С одного можно кинуть просто дуплет на самом деле в лицо и фугасами добивать. И этого, по идее, хватит. Но армата внезапно тоже исчезает. Ох, это армата, просто стелс-армата. Она только что здесь была, и ее здесь уже нету. И внизу ее нету. Так, ну, судя по всему, она через рез поехала, что ли, через их базу. Я думаю, у него дуплеты уже перезарядились. Сейчас просто два дуплета в лицо куда-то там. И пофигу на все казы и все остальное. Если что, есть автопушка. Автопушка добирает. Ох, карусели, карусели. Т-14 пропала. А не уехала ли Т-14 куда-нибудь прятаться, чтобы ее не добили? С правой стороны внизу нету. И здесь нету. Все, пропала армата. Армата просто потерялась. А вот он опять высвечивается сзади. Как же она появляется внезапно и постоянно в спине, но в этот раз хотя бы не успела дать выстрел. Так, ну теперь отличная позиция. Из-за рельефа можно аккуратно позакидывать дуплеты. Армата мажет, сама получает 37 урона. Не все так легко. Второй дуплет в дымы, непонятно, дал какой-то урон или нет. Откатывается назад, 3 минуты до конца боя. Есть автопушка с фугасами, в принципе, тоже неплохой вариант. Хотя армата вот что-что, а всякие осколочные эффекты эти фугасные и кумулей танкует очень хорошо. А вот и она поднимается, танкует выстрел от арматы, отлично. Армата останавливается, непонятно, то ли сама, то ли на гусле. Дуплет лови, дает выстрел, срабатывает Офелия, второй дуплет ее забирает, и это вытащено. Не, в принципе, не так много дамаги, 11 тысяч, но 5 фрагов, и бой получился довольно напряженным.